Участники строительного форума – десятки крупнейших организаций со всей страны. Ежегодная выставка компании «Сочиэкспо» завоевала авторитет знакового мероприятия строительной тематики. Здесь встречаются и налаживают сотрудничество специалисты строительного комплекса, органов власти и заказчики. Надеюсь, что совместная ваша работа, наша работа будет способствовать еще большему развитию строительной отрасли, которая в Сочи является не только экономикой и градообразующей, но и также тем сегментом экономики, который способствует развитию рядом стоящих отраслей. В ходе мероприятия будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных со строительством и эксплуатацией жилых помещений. В частности, будут обсуждаться проблемы качества строительных материалов, ценообразования, применения госстандартов, квалифицированной рабочей силы и добросовестных застройщиков. Это очень серьезное мероприятие, поэтому мы стремились на него попасть. Для нас это крайне важно, потому что мы только выходим на рынок газонных трав. Так что для нас данный форум является возможностью завести партнеров, найти клиентов, ну и также показать и продемонстрировать себя. Деловая программа насчитывает массу семинаров и мастер-классов. Сама же выставка разделена на тематические разделы – архитектура, строительство, благоустройство, ЖКХ, экология, безопасность, спецтехника. Здесь представлены современнейшие строительные и отделочные материалы, инструменты, климатические системы, тепло-, газо-, энерго- и водоснабжение. Все для загородного домостроения, ландшафтного дизайна, дизайна интерьера. Эти направления заинтересовали и непрофессионалов. Мне это, да, тоже пригодится. Многие нюансы я взял себе на заметку. Буду как бы применять в строительстве своего дома. Каждый человек может прийти и посмотреть, ознакомиться с новыми технологиями, которые продвигаются в строительстве, развивается строительство. Вот. И просто обычный, можно сказать, даже обыватель может прийти и все это увидеть. Форум строительства и благоустройства 2017, организатором которого выступила компания «Сочиэкспо», будет работать до 26 мая включительно, с 10 до 18 часов, в выставочном центре на Несебрской, 1Б. Ольга Десятова, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.